Друзья, привет всем! С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня я прочитаю вам историю про знаменитого американского и советского боксера Сиднея Джексона. Как всегда, напоминаю, что текст на русском языке будет справа на экране, а в субтитрах YouTube вы можете включить перевод на английский и другие языки. Итак, поехали. С тех пор, как умер его отец, Сиднею Джексону доводилось обедать не каждый день. И поэтому, когда к 14-летнему жителю нью-йоркских трущоб подошел незнакомый господин и негромко спросил: «Хочешь заработать $0.5?» Сид страшно обрадовался. Еще бы! Работа — помахать минут 20 кулаками на ринге, пока боксер-легковес для удовольствия публики не свалит тебя ловким ударом. Так в самом начале 20 века началась спортивная жизнь выдающегося американского боксера Сиднея Джексона. Вскоре Сид понял, что устоять выгоднее, чем упасть, а победить еще лучше. И дело не только в том, что за победу платили не $0.5, а $1.5, а иногда и $2. Больше всего мальчика привлекало то изумительное чувство веры в себя, в свое человеческое достоинство, которое давала ему победа. Суровой была эта спортшкола, но тем не менее, Сидней Джексон полюбил бокс и каждый вечер выходил на ринг, каким бы тяжелым ни был бой накануне. В 1904 году он выигрывает первенство города Нью-Йорка, а еще несколько лет спустя становится чемпионом страны. В одном из боев Джексон ломает большой палец и по этой причине был вынужден на полгода покинуть ринг. Чтобы провести свободное время с пользой, боксер решил отправиться в далекое путешествие. Ему уже давно хотелось повидать мир и особенно загадочную Россию, где медведи гуляют по улицам. В 1914 году вместе со своим коллегой-боксером Фрэнком Джиллом он прибыл в морской порт Архангельска. Однако тут он не получил позитивных впечатлений. Везде стоят ветхие домишки и полуразваленные мосты. В гостиницах очень шумно, а по улицам вместо медведей ходят пьяницы, вспоминал Джексон. Гости побывали в Санкт-Петербурге, а оттуда перебрались в Москву. В Москве они узнали о начале Первой мировой войны и решили срочно покинуть Россию. Они обратились в консульство США, а там им сообщили, что из-за военных действий Северный морской путь через Архангельск заблокирован. В итоге приятели решили вернуться домой через юг и, продолжив свое путешествие, прибыли в Ташкент. Оттуда они посылали домой телеграммы, просили выслать денег на дорогу. Однако
перевод пришел только Джиллу, и он уехал один. А Джексон остался в жарком Ташкенте в ожидании перевода из дома. Но тут в России произошла революция и началась гражданская война. И американец Сидней Джексон записывается в Красную армию. За 4 года службы в Красной армии Джексон участвовал в боях по всей Средней Азии и Кавказу. 2 раза получил ранения. После окончания гражданской войны он вернулся в Ташкент и стал работать спортивным инструктором, а также обучать детей боксу. Массовый голод, начавшийся в Советском Союзе, заставил Сиднея понять, что только занятиями боксом ему свою семью не прокормить. И 47-летний тренер решает работать учителем английского языка. Самый тяжелый бой для меня был поединок с русской и английской грамматикой. Так любил шутить Сидней. Все-таки и в этой схватке Джексон сумел одержать победу. В скором времени он начал преподавать английский язык в лингвистическом институте. И уже к своим 50 годам стал профессором. В аудитории Сидней был степенным профессором Джексоном. Но в кругу юных боксеров перевоплощался в деда Сида. Каждое утро он вихрем врывался во дворец пионеров. Бойкий и экспрессивный, с искривленным сломанным носом и копной седых волос. Как впоследствии рассказывал его ученик, герой Советского Союза Владимир Карпов, Джексон не переносил лентяев и никого не жалел. Мы тренировались каждое утро и каждый вечер, концентрируясь на выносливости и силе. Дед Сид требовал от нас железной дисциплины, ненавидел алкоголь и праздность. Это были тренировки, которые просто так не забудешь, говорил Карпов. Сидней Джексон долгие годы оставался главным тренером по боксу Узбекской ССР. А в 1957 году получил звание заслуженного тренера СССР, воспитав не один десяток успешных спортсменов. Иногда я думаю, что пора остановиться. Но даже сама мысль об этом пугает меня, говорил Джексон. Я не молодею, но все еще считаю, что не могу – это только отговорка. Время не сможет меня остановить. Здесь нужно что-то помощнее. Друзья, вот такая удивительная история. Я буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео или напишите интересный комментарий. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Давайте учить русский язык вместе. А у меня на сегодня все. Спасибо вам, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!